Это не просто концерт, это музыкальный спектакль. Это для нас очень сложно, это для нас эксперимент. Я думаю, что он у нас удастся, потому что мы здесь не просто показываем концертные номера, а мы здесь показываем сюжет. И сюжет по тематике военной, и поэтому это всегда очень трепетно, волнительно, и хочется это сделать так, чтобы это обязательно затронуло душу. Но жизнь, она разная, и поэтому наш спектакль не просто вот идет о войне, но именно о бытии, и о бытии именно то, что связано с женской долей во время войны. Как они жили, как они выживали, как они мирились, или наоборот, как вот они прибадривали себя. И в то же время у нас здесь очень много видеоматериала, который, документального видеоматериала, который вот приблизит нас именно к тому времени, который был в 1945-1945 годах. Работа с ансамблем «Миряне» для меня было чем интересно, то, что мы немножко расширили круг их возможностей. Мы попытались сделать из них артистов и драматических, а не только людей, которые хорошо, красиво умеют петь. Вот, пожалуй, это плюс, большой плюс для «Мирян». Это отличие вот сегодняшнего вечера, сегодняшнего выступления, то, да, что они сегодня будут выступать как артисты драматические в том числе? Да. Или это уже было несколько раз? Раньше это были пробы. Это были пробы, которые не выносились на широкую публику. А сегодня это первый раз в нашем городе, когда «Миряне» на большой сцене выступают и как драматические артисты. То есть для зрителей это сюрприз получается? Конечно. Для них уже готовы к этому и в афишах? Широкого зрителя на таких мероприятиях у «Мирян» не было. Так что это сюрприз. Если можно, прям буквально одна или две минутки, посвященные вот самой схеме, самой программе сегодняшнего вечера. То есть новые костюмы, по-моему, новая программа там, да? Да, это не просто костюмы, привязанные к какой-то определенной местности. У нас такой собирательный образ русской женщины-крестьянки, которая претерпела очень много во время Великой Отечественной войны. Поется фольклор, но он, опять же, не привязан к определенной местности и географии. Поются народные песни, поются песни по военных лет, поются духовные песни, духовный стих. Все это вот соединено в такой агломерат, я не знаю, как это сказать, ну, в такое действие совместное, которое связано единой нитью. Это то, как мы добивались своей победы в Великой Отечественной войне. Oh!
дружно. В шумном доме счастья не бывает. Мир прошу, согласие. В одной избе двумя вениками не меня. Сегодня 22 июня, и в 3 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Thank you.
Аминь.
Oh.